Ребята, видите? Это личинка осеннего метляка эртышовского. Видите? Вот она проделывает путь, оставляя дорожку за собой. Вот дорожка. Подними его. Вот, возьми его. Вот вылазит, видите? Мордочка только торчит. Вот. Вот. Вот мордочка торчит. Ложи, ложи его. Видите? Сейчас я его вытащу. Вот. Видите? У него хорошо клюет стерлядка. Вот, смотрите. Видите? Это осенний метляк. Вот еще один ползет. Ну-ка, скажите, в каких регионах есть метляки? А потом получается, ну вот с этих вот личинок, бабочки. Там как бы мотыльки у меня еще лежат. Вот. Вот смотрите, с глубины эртыша приплыла и под камень залезть хочет. Вот она какая. Здоровущая. Личинка желтая. Ребята, этот паук сантиметров, блядь, со спичный коробок, короче. Он чего делает? Не знаю. Вот для представления, сейчас, ребятишки, если я успею, он не уползет, сделаю вот такое вот сравнение. Все же знают вот такие вот литиевые батарейки. Дай фонарик. Нет. Еще вот такой фонарик есть подствольный. Держи. Еще вот такая вот пол-литровая банка для сравнения. Дай крышку. Держи баночку. О, смотрите. Крышка пол-литровая. Батарейку я нахер заберу. Это водяной, да? Да.